Спонсор сегодняшнего показа – интернет-магазин GoodSteam, на котором вы можете приобрести лицензионные игры и игровые аккаунты по низким ценам. Ссылка на сайт в описании. Доброго времени суток, дорогие друзья и зрители моего канала, с вами Макс, и вы смотрите обзор способностей героя Chaos Knight. Итак, поехали. Первый скилл героя – Chaos Bolt. Chaos Knight выпускает таинственный заряд энергии в указанного врага. Заряд оглушает цель на случайное время и наносит случайный урон. Расход маны на всех уровнях прокачки 140 единиц, кулдаун 10 секунд. Эта способность направленная на юнита и действует только на вражеских существ. Урон этой способности магический. Минимальная длительность оглушения на первом уровне прокачки скилла 1 секунда, на втором уровне 1 секунда, на третьем уровне тоже 1 секунда и на четвертом уровне 2 секунды. Максимальная длительность оглушения соответственно по уровням 2 секунды, 3 секунды, 4 секунды и 4 секунды. Минимальный урон соответственно по уровням 1 единица дамага, 50, 75 и 100 единиц. Максимальный урон соответственно по уровням 200, 225, 250 и 275 единиц. Второй скилл героя – Reality Rift. Телепортирует вас, все ваши иллюзии и цель в случайную точку между вами двумя. Дает вам дополнительный урон на одну атаку. Расход маны на всех уровнях прокачки 70 единиц. Кулдаун соответственно по уровням 24, 18, 12 и 6 секунд. Эта способность также направленная на юниты и действует только на вражеских существ. Радиус ее применения соответственно по уровням 550, 600, 650 и 700 единиц. Дополнительный урон на первом левеле прокачки 25 единиц дамага, на втором левеле 50 единиц дамага, на третьем левеле 75 единиц дамага и на четвертом левеле 100 единиц дамага. Длительность дополнительного урона 1,2 секунд. Третий скилл героя – пассивная способность, которая называется Chaos Strike. Талисман Chaos Knight дает ему шанс нанести дополнительный урон при атаке. Критический урон соответственно по уровню 150%, 200%, 250%, 300% от общего урона. Шанс критического удара 10% на всех левелах прокачки. И наконец ульта героя Фантазм призывает несколько копий Chaos Knight из параллельных измерений. Иллюзии наносят полный урон, но получают удвоенный. Расход маны по уровням 125, 200, 275. Кулдаун 140 секунд. Длительность существования копий 24 секунды на всех левелах прокачки. Число иллюзий на первом левеле 1, на втором левеле 2, на третьем левеле соответственно 3.